Так, всем привет, с вами снова я. И сегодня у нас новая фигурка. Правда, взял я ее прямо с витрины, поэтому она немножечко все-таки потрепана. Но это Минамото Чизиро из анимешки Канакон. Дух лисы. Давайте рассмотрим поближе. Вот если посмотреть вглубь коробки, то видна она там. Вот она. Видите? Уберем коробочку. Давайте откроем. Мне вообще везет на последние вещи. То есть ее мало того, что уже не выпускают, так она еще и последняя, не знаю сколько там стояла. Ну что ж, подставочка. Тут если... эта камера просто подводит. Слушай, давай не расстраивай меня. Вот. Минамото Чизиро Канакон. Уберем пока подставочку. Давайте посмотрим на саму лисичку. То есть эта фигура разборная, поэтому можно будет ее пересобирать, как вам будет угодно. Что ж, голова съемная, причем снимается довольно просто. Давайте на нее посмотрим. Вот так вот она выглядит. Видите? Без... Так, голову держим. Хвостик, можно чуть-чуть подергать. Вот так вот, попробуем поближе. Вот она. Как по мне, довольно хорошо сделано и... Вот волосы все двигается. Что ж, посмотрели на нее. Давайте еще раз. Вот так вот. И пересоберем ее. То есть голова снимается без проблем. Также надо снять вот эту часть туловища. Будем делать конструктор. Снимаем юбочку, хвостик. Хвостик убираем, кладем вот так вот. Надеваем юбочку. Оп. Так, прижимать не надо, тут все довольно просто. Так, одеваем, и вот ее голова. Что ж, это обычный человеческий облик, с которым она разгуливает по улице, дабы не... Видите? Дабы никого не пугать. Ну и плюс им запрещено показываться. Попробуем чуть поближе. Вот такая вот няшечка получается. Поставим ее пока так. Все стоит. Давайте сделаем вот так вот. Это страшный демон. Смотрите. Это очень страшный демон. Он только что родился. Это какая-то бешеная утка, или не знаю, как ее назвать. Няшная гидра. А-а-а. Или укусит ее. Ну, в общем, вот такая вот фигурочка. Давайте посмотрим на них еще раз. Так, давай. Вот, видите, фокус нормальный получился. Все как надо. И на тебя. Вот так. Разочаровываем ее. Вот так вот. Отлично. Что ж, вот такая вот девочка. Пока-пока.